It's not a good day to be a bad guy Productions. Два года назад. Эй, ты! На пол, я сказал. Быстро! А ты иди сюда. Сюда иди. Доставай все. Бежать всем! Давай, давай. Пулю в голову захотел. Быстро! Клади все в сумку. Шевелись. Быстро, еще быстрее. Быстрее, давай. Услышу сирены, и ты покойник. Теперь к сейфу пошел. Время вышло. Ты слышал? Какого черта? Гони, быстро, быстро. Расслабься. Постарайся не привлекать внимания. Ты что там натворил? Застрелил кого-то? А то. Зачем? Тебе ничто не угрожало. У них не было оружия, поэтому мы туда пошли. Конечно нет. Я в полном порядке. Подумаешь, завалил ублюдка. Никакой стрельбы. Ты что, забыл? Забыл? Я и тебя пристрелю, чертов сукин сын. Тебе срочно нужны деньги. Я достал их. Быстро! Черт. Черт! Какого черта ты делаешь? У нас стрельба. Убери пушку, Томми! Залезь обратно в машину! Выйти из машины! Быстро! Покажите руки! Выйти из машины, я сказал! Сукин ты сын! Fluke Films и Parktown Productions представляют. В сотрудничестве с компанией It's Not a Good Day to Be a Bad Guy Productions фильм режиссера Эдриана Лэнгли «Дубина». В фильме снимались Мэтью Стефюк, Грегори Уилсон, Кассандра Петрелла, Грег Хискок, Шон Такер, Уэйн Уилсон, Луиджи Гарачино, Ксавье Сателло, Элисон Бреннан, Валерий Косо и другие. Музыка Говарда Соненбурга, Джейка Лэнгли и Джексона Лэнгли. Продюсеры Мэтью Стефюк и Ричард Таунс. Автор сценария, оператор, монтажер, продюсер и режиссер Эдриан Лэнгли.
Наши дни. Мы закрыты. Тяжелая ночь. Бурбон. Все не так плохо, как кажется. Осел, кто такой? Что? Осел. Он кто, по-твоему? Тварь. Не до лошадь. Дальше. Идиот. Да. А еще чувак с большим членом. За два дня до этого. Открыть 26-ю. Выходи, Дон. Ты разве не во дворе дежуришь? Махнулся с Уильямсом. Хотел первым открыть тебе ворота. Спасибо, Чеф. Было клево. Удачи, парень. Увидимся. Закрыть 26-ю. Здорово, Дон. Мы знакомы? Еще бы. Как зовут? Рассел. Детектив Джек Рассел. Как терьера? Именно так. Ну и как тебе на свободе? Выйдя из тюрьмы, вряд ли захочешь видеть того, кто тебя туда упек. Приехал выразить свое восхищение. Ты про напарника и словом не обмолвился. А между тем повел он себя припогано. Можно сказать, подставил тебя. А вот и он! Еще один твой напарник. Это кто? Коп. Что ему надо? Без понятия. Чувак, тебе чего? Мне-то? Да. Зовут как? Детектив Всезнайка, суперкоп. Приехал дрюкнуть этого экс-заключенного, потому что я такой охрененный, что мне больше и заняться-то нечем. Ты только что заработал себе статью за оскорбление при исполнении. Надеюсь, не противозаконно попросить офицера отвалить. Идем, дружище. Этот засранец тратит твое свободное время. Ну, какие планы? Прокатимся по городу, тёлок снимем или просто поедим, а не то я сдохну. А Белли что-нибудь слышал? Я разговаривал с ее сисястой подружкой. Стиви? Да. Она знает, где искать Беллу. И нашего старого знакомого Томми. Хорошо. Дружище, почему ты не говорил, что Белла – дочь того самого Джори Колли? А что? Какого черта ты связался с дочкой гангстера? Мы знакомы с детства. С детства?
Она что, типа первая любовь, что ли? Нет, не совсем. И почему я ни разу ее не встречал? Так уж вышло. Круто вышло. Здорово. Пробей для меня номерок. RNTS-3476. Зарегистрировано на имя Ричарда Жарнецки. Жарнецки. Адрес. Парк Уэй, 3046. Наш бывший подопечный. Ясно. Ладно, запиши. Кис сел в машину к вышеупомянутому парню. Красные двухдверные Хонды, тонированные. Дай мне знать, если она всплывет в неком интересном месте, особенно у дома Сарно. Хорошо. Почему хорошие парни проигрывают? Без понятия. Потому что хороших парней мало. И когда женщина вступает в отношения с одним из таких, а с ней по-хорошему, то она теряется. Типа незнакомая территория, и сваливает. Что? Ты больной? Только не с бабами. С ними я принц. Они для меня принцессы. Это потому, что у тебя давно не стоит. Вчера ночью ты говорил обратное. Хорошие парни всегда проигрывают, а говнюки на коне и получают все. Значит, ответ очевиден. Да, брат. Будь говнюком. Да? Рафаэль? Да. Себастьян. Здорово, чувак. Как жизнь? На сегодня все путем? Мы будем. Сколько вас? Я и еще двое. Девицы? Моя подружка. Она играет? Нет, наблюдает. Сегодня она увидит то, как ты потеряешь кучу бабла. Слушай, брат, ты за свои деньги парься. Я за свои спокоен. Ладно, посмотрим. В 11. Да, пока. Он сегодня играет? Да. Вон и двое его парней. А Белла? Да. Он таскает ее за собой повсюду, как трофей. Чтоб только срослось, Раф. Срастется. Сюда, значит? Кто там? Дон Кис. Ты кто такой? А ты кто такая? Алексия. Стиви здесь? Возможно. Это значит да? Дон, подожди минутку. Отдай. Сколько можно повторять? К двери не подходить. Вещи мои не трогать. Иди оденься. Слушай, прости за скандал. Рада тебя видеть, говнюк ты эдакий. Как дела, лесбияночка? Я не лесбиянка, идиот. Подмышки я брею. Зато любишь женские щелки, а это то же самое. Ты тоже предпочитаешь женские щелки и не бреешь подмышки. Значит ли это, что ты лесбиянка? Конечно, я и не парюсь. Как хочешь. Ты говорила с Рикки? Да, я в курсе, что вы ищете Беллу Риколи. И Томми Сарно? Она живет в новом доме, в Уэст-Энде. Где-то у меня ее адресок был. А Томми? Этот ублюдок все еще живет в Либретоне. Вот, держи. Это адрес Беллы, а это Томми. Чем Томми все это время промышляет? Все тем же. Ворует за компанию с парнями. Он время от времени позванивает. Зачем? Пытается краденое мне скинуть. А ты? Оно мне надо. Он гад распоследний. Думаешь, я стану с ним связываться после того, что он сделал? Ты, значит, Дон Кис? Почему ты так странно разговариваешь? Болеешь? Ему горло в драке перебили. Ясно. Круто. У меня была кошка, такие голову пробили. Она после этого мурлыкать разучилась. Мне еще кое-что нужно. Он нигде не числится. Можешь не возвращать, он твой. Спасибо. Ты вот запросто отдашь ему пистолет? Я вор, женщина, имей в виду, заткнись. Да это я так. Вот и молчи.
Слушай, коп, который тебя арестовал. Рассел? Ну да. Он тут шастает, вынюхивает что-то. Да. Я уже видел его сегодня. Так вот, он тут что-то мутит. Если соберешься нанести визит Томми Сарно, береги свою задницу. Спасибо. Рада видеть тебя. И я тебя. Спасибо за ствол. Похоже, наш перец дома. Жди здесь. Попытаюсь пробраться внутрь. Говорю тебе, эта мелкая сучка просто тварь поганая. А он потом подкатывает ко мне в лаунже. Ты типа мою бабу имел, отвечай. Слушай, мне плевать, давай поговорим о товаре. Не парься, у меня все с собой. Я потом поделю. Короче, рассказываю. Я, Рэндалл и Билли в парке отколошмотили это чмо по первое число. Душ из него вынули, ей-богу, ну ты понимаешь, да. И вот еще, я отодрал его девку в туалете того же клуба. Да так отодрал, она еле в себя. Том, давай к делу, ладно? Мне до лампы твои похождения в клубе. Эй, Томми. Урод. Я перезвоню. Привет, Дон. Ты же еще сидеть должен. Сюрприз. Какого черта ты творишь, Дон? Что тебе нужно? Отпусти меня, мать твою. Ты теперь этим занимаешься? Ты избежал, помнишь? Мне пришлось, чувак. Ты вырубился. Тебя же на счетчик поставили. Копы были на хвосте. Но ты бы мог хотя бы из машины меня вытащить. Знаешь что? Пошел ты. 100 пудов ты бы меня не стал вытаскивать. Нет, стал бы. Не гони, не стал бы. Ты отсидел за угон, подумаешь? Молчал и меня не сдал. Ну ты пацан. Что? Что ты делаешь? Какого черта ты делаешь? Ты подставил меня. Что? Что ты делаешь? Черт! Я не сдал тебя. Но воровская честь тут ни при чем. Я хотел, чтобы ты жил, пока я протираю портки на нарах. Я хотел, чтобы ты прожил эти 2 года за мой счет, построил свое королевство дерьмовой роскоши. Чтобы тебе было что терять, когда я выйду. Постой, ты что, пристрелишь меня? За 2 года за решеткой? Ну, за 20 лет, ладно. Ну, за 2 года. Шутишь? 2 года, 20 лет. Какая разница? По-моему, никакой. Постой. Я дам тебе все. Хочешь денег? Хочешь девок? Машины? Я все достану. Я понимаю, через что ты прошел. Я подставил тебя. Прости меня. Я все для тебя сделаю, клянусь. Черт! Да, брат. Это было прекрасно. Слушай, я не понимаю, в чем проблема. Но это всего лишь кино. Нет, это не просто кино. Это блистательная иллюстрация того, что происходит в нашем обществе. И никто даже не задумывается об этом. Это хороший фильм? Нет. Он изменил твое отношение к жизни и любви? Нет. Захотел бы ты его посмотреть, если бы там не было 2 голливудских молодцев, прижимающих периодически друг друга сзади? А знаешь, почему все кипятком писали? Шедевр, прекрасное, превосходное кино. Да потому что быть гомиком в новинку и китч. Это ненормально. Так раздуем из мухи слона. Смотри, милый, чуваки влюблены. Это так необычно. Знаешь что, гей-сообщество нуждается в таких позитивных фильмах. Они работают на имидж геев. Это прогрессивно. Если бы наше общество было по-настоящему прогрессивным, никому бы и дела не было до ковбоев-педиков. Это было бы совсем другое кино. Но все вокруг только и болтают об этих ковбоях, предпочитающих члены друг друга. Точно так же все бы сходили с ума, если бы главные герои были чернокожими. Теперь-то ты понял?
Ты что, педик? Чего ты так переживаешь? Какая разница, гей я или натурал? Ориентация здесь ни при чем. Похоже, дочурка дома. Потусим сегодня? Прекрасно. Такое чувство, что за мной следят. Слушай, а что там за история с этим парнем? Себастьян Деларю. Богатенький мальчик. С папашиными деньгами. Малыш пытается мутить с крутыми парнями. И какого мнения о нем папаша Джо? Папаше, похоже, он не нравится. Жди здесь. Как скажешь. Дон. Господин Риколли. Как жизнь? В порядке. Дон! Когда тебя выпустили? Утром. Ты сразу пришел ко мне? Ну, сначала я плотно поел. Потом стал тебя искать. Ты ведь не писала мне на зону. Ты же знаешь отца. Он не любит привлекать к себе внимание. Да, конечно. Идем. Ну, чем собираешься заниматься? В смысле? Жилье нашел? Да, конечно. Пока я поживу у своего друга Рики. Подыщу себе какую-нибудь работенку. Ну, знаешь, что-нибудь совершенно обычное. Хочешь сказать, с глупостями завязал? Имеешь в виду криминал? Да. Тюрьма — это ад, понимаешь? Там... Я многое переосмыслил. Кто я такой? Чем занимался? Что для меня главное? И проблема в том, что мне абсолютно, ну, совершенно не к чему стремиться. Дон, это не так. Ты должен понять это и справиться. Ты права. Это значит да? Это точно да. Я завязал. Не понимаю, зачем тебе это? Ведь ты сама живешь в преступном мире. Вообще-то, у меня другая история. Что ты делаешь завтра? Ничего. Я весь твой. Хорошо. Давай пообедаем вместе. Ладно.
А что ты делаешь сегодня вечером? Иду играть в карты. С моим парнем. Он играет с каким-то человеком по имени Рафаэль. С парнем, значит? Он хороший? Дон, не прикидывайся старшим братом. Я тебе не брат. Он нормальный. Как зовут? Себастьян. И? Он хороший? Нормальный. Тоже игрок. Тогда какого черта ты с ним встречаешься? Я не знаю. Поговорим завтра. Очень рада тебя видеть. И я рад тебя видеть. Скоро увидимся. Скоро увидимся. Ладно тебе, детка, не будь такой. Какой такой? Друг из тюрьмы вышел, нужно развлечь его. Я тебя 3 дня не видела. Знаешь что? Я приеду позже и утоплю тебя в своей любви. Будь готова к бессонной ночи. Ладно, обещаешь? Обещаю. Ну, конечно. Ладно, тут Дон пришел, приволок каких-то шлюх. Что? Целую во все места. Шлюхи? Какие шлюхи? Ты что, позже вернешься? Все не так просто. Ладно. Куда едем? Хочу напиться. Да, вот это разговор. Займемся серьезным делом. Номер машины записал? RNTS 3476. Кто вызвал полицию? Аноним, кто-то из его знакомых. Звонили отсюда. Когда это случилось? Эксперты сказали, пару часов назад. Свидетели есть? Кто-нибудь видел машину? Я опросила соседей, они говорят, сюда постоянно кто-то приезжает. Соседи перестали обращать внимание на это. Список подозреваемых может оказаться очень длинным. У этого парня было много врагов. Я думаю об одном, конкретном. Думаете, это Кис? А вы так не думаете? Можно пари заключить. Дайте знать, если соседи хоть что-нибудь вспомнят. Вы готовы, парни? Почти. Апчхи! Абах! Это здесь? Здесь. Старик, это проверенные чуваки? У них бабки. И я хочу эти бабки. Значит, проверенные. Here you go.
Держи, дружище. Ну что, ты тёлку себе не снимешь? Она будет мешать мне пить. Ах, да. Бережешь себя для Беллы. Не лезь, брат. Ты верен этой девке столько лет. А мне казалось, между вами ничего такого не было. Ничего не было. Как знаешь, приятель. Я все об этом знаю. И вот что я тебе скажу. Ты влюблен. Да. Я люблю ее. Твою мать. Поднимаю до 25. Ты блефуешь. Это легко проверить. Принимаю твои 25. Не будешь поднимать? Не сейчас. А ты? Я пас. Принимаю твои 25. Поднимаю до 50. А они у тебя есть? 64, если быть точным. Что явно больше твоих 58. Поднимаю. Еще на 50. Уверен? Ты машину мою видел? Я уверен. Вопрос другой. Уверен ли ты? Безусловно. Вскрываемся. Плохо блефуешь. Могло сработать. Ни единого шанса. Машину сразу отдашь? Лучше деньгами. У меня идея получше. Забираю твою подругу. Заткнись.
Слушаю. Это Джозеф Риколи? Да. Слушайте меня внимательно, повторять не буду. У нас ваша дочь. Что? Мы хотим 5 миллионов. Ждите звонка. Я еще позвоню. Нет, нет, нет! Что? Что такое? Здесь нельзя опускать шептуна. Я же говорил. Я говорил тебе, нельзя пердеть в машинах и лифтах, в закрытых помещениях, откуда нельзя выйти. Подумаешь. Я же заснул. Как это контролировать? Не можешь же ты меня гнобить еще и за газы во сне. Ты хоть окно открой, что ли? Ты меня из-за этого разбудил? Я сегодня ночью дежурил. Дай мне поспать. Всю ночь я и глаза не сомкнул, пока ты храпел, как чертов Рип Ван чертов Винкль. Я тебе хоть слово сказал? Нет. Потому что я знаю, что ты это не специально. Так что сам открой окно и работай дальше. Это чертово наблюдение затеял ты, между прочим. Если бы наблюдение было официальным, нас бы кто-нибудь подменил. Раз уж нет, я буду пердеть. А ты будешь сидеть и молчать. Вчерашний парень возвращается. А мне какое дело? На этот раз он один. Отлично, прекрасно. Теперь можешь заткнуться. Дон? Господин Риколи, а Белла дома? Что случилось? Когда это произошло? Они только что позвонили. Чего они хотят? 5 миллионов. Сказали, еще позвонят. Кого вы подозреваете? Человек 100. Этот явно идиот. Почему? Вы Джо Риколи. Кто захочет с вами связываться? Не представляю, как ее спасать. Что? Нельзя привлекать полицию. К ним подключатся федералы. Эти сукины дети пасут меня. У меня уже под носом. Федералы здесь? Да. У самого дома. Всю неделю. Чего они хотят? А мне почем знать? Они постоянно кого-то выслеживают. Сколько нужно времени, чтобы собрать деньги? У меня нет 5 миллионов, Дон. С ума сошел? Позвоните друзьям? Звонить некому. Они послали меня к чертям собачьим. О чем вы говорите? Вы же мафиози. Нет, Дон, нет. Никакой я не мафиози. Эта трепотня про клан Риколи – чушь собачья. Мои клиенты – мафиози. Я отмываю деньги, Дон. Я занимаюсь их инвестициями. Я просто обычный бухгалтер. И никого никогда не убивал. И ни разу не видел, как убивают. Я не могу решить вопрос одним звонком. Значит, вы ничего не можете сделать? Вчера она собиралась играть в покер со своим парнем. Может быть, он замешан? Нет. Он и так богат, я сомневаюсь. Люди, похитившие Беллу, считают вас мафиози, способным раскошелиться на 5 миллионов. Да. Когда они узнают правду, то просто убьют ее. Дождитесь их звонка. Что ты задумал? Я вытащу ее.
Какие планы? Что значит, какие планы? Сколько еще ждать? Столько, сколько нужно. Не нравится мне это ожидание и прочая чушь. Это похищение. Без ожидания тут никак. Не надо было ее бить. Риколи взбесится, когда увидит ее. Мы похитили ее, он уже взбешен. С ней все будет в порядке. И с нами тоже. Расслабьтесь. Домработница оставила дверь открытой. У меня нет домработницы. Надо бы завести. Чего надо? Мне нужен Дон. Его здесь нет. Не знаешь, где он был вчера? Знаю. Вместе груши околачивали. Здесь? Да. И она? А что она? С вами была? Дошла после работы. Значит, вчера вы с Доном были здесь вдвоем. Ух ты! А ты настоящий детектив. Имя Томас Сарно говорит тебе о чем-нибудь? Не. А тебе? Два года назад Томас Сарно был мелким дилером в поисках большого куша. Он устроил налет на ювелирный магазин, украл драгоценности на 200 тысяч. Надо сказать, это большое достижение для долбанного отморозка. С ним был водитель. Ждал его в угнанной машине. Копы сели им на хвост. Машина разбилась. Томас ушел, оставив водителя в разбитой машине. Тем водителем был Дональд Кис. Расколоть его нам не удалось. Так что все, что мы на него имеем, угон, поскольку в ювелирном его никто не видел. Ух ты! Отличная история. Дальше еще лучше. Вчера Томасу Сарно вынесли мозг одним выстрелом в голову. Такое совпадение. Дональд Кис как раз вчера освободился. Или это чертовски романтическое совпадение. Или на курок нажал малыш Донни. Я бы с большим удовольствием задержал Сарно. Но без показаний Дона это было невозможно. Дон так и не сдал того, кто его подставил. Сначала я думал, это преданность другу. Но теперь, я думаю, он планировал убить Сарно, как только выйдет из тюрьмы. Ты женат? Да. Жене изменяешь? Других баб трахаешь? Или практикуешь мимолетный минет проституток с аутсайда? Нет. То есть ты честный человек, детектив, человек чести? Думаю, да. Тогда вот история, которая тебе понравится. 10 лет назад Дон Кис жил в подвале своего друга. Странный паренек среди богатых соседей. В день, когда в том районе поселился я, два богатеньких сынка, каждый как два меня, решив, что им не нравится мой тощий зад, начали колошматить меня. Помяли они меня уже прилично, когда появился Дон и прекратил это безобразие. В драке ему перебили горло. Видел когда-нибудь парня, которому перебили горло, а он поднялся и снова в бой? Нет. Когда нас выписали из больницы, я спросил Дона, почему он помог мне. И что он ответил? Он сказал, это был нечестный бой. Два здоровых парня и хилый мальчишка, это нечестно. Понимаешь, Дон старомоден. Честь для него не пустой звук. Вот и ваш вчерашний парень предал кого-то вроде Дона и поплатился за это. Честный человек. Угоняет машины, грабит магазины, убивает людей. Думаешь, повиновение закону и есть честь? Ты ни черта не знаешь. Ты думаешь, что знаешь, почему Дон угнал машину и зачем он ввязался в это дерьмо. Но истинных причин ты не знаешь, ясно? Он влез в это болото по одной веской причине. Ясно. Из-за денег. Как хочешь.
Я скажу тебе так, детектив. Ты совсем не знаешь Дона, и у тебя на него ничего нет. Ты вломился в мой дом, разыгрываешь крутого детектива, но мне до звезды. И Дону тоже. Пора заканчивать. Скатертью дорога. Проваливай. Ладно. Дай мне знать, если что-нибудь нароешь. Спасибо. Что? Ничего у вас? Тоже ничего. Он там? Жернецкий там. Он молчит, как рыба. Резонные основания есть, но... Что сказали эксперты? Ничего, все чисто. Нужно искать пистолет, из которого стреляли. Это мстит Киз. Согласитесь, он всем нам сделал большое одолжение. Что ж, все что-нибудь теряют. Давай, трахни меня. Да-да. Да. Да. Твою мать, Дон. Почему не позвонил? У меня нет телефона. Тебе нужен телефон. Держи, номер сзади. Знаешь кого-нибудь по имени Рафаэль? Рафаэль? Да, встречалась пару раз с неким Рафаэлем на квартире одного моего скупщика Джона. Может, это тот, кто мне нужен? Может. Имя-то редкое. Где искать Джона? У тебя как-то странно глаза заблестели. Хочу с ним поговорить. Он крупный клиент. Таковым и останется. Он снимает жесткое порно. Вероятно, в данный момент он жарит одну из своих актрис. Ну, расскажи о себе, детка. Как тебя зовут? Рокси. Рокси. Рокси, Рокси. Сколько тебе лет, Рокси? 18. 18? Круто. Ты первый раз снимаешься? Да. Меня только папа еще в детстве снимал на камеру. Типа на память? Да. Ух ты. Просто красавица в этом наряде. Любишь сексуально одеваться? Да. Тебе нравится, когда все парни смотрят только на тебя? Наверное. Что ты будешь делать перед камерой? Трахаться. Трахалась когда-нибудь перед камерой? Какого хрена? Тихо, парень, тихо. Сели оба. Ты что делаешь? Я попал в кадр. Как ты вошел, мать твою? Я ищу парня по имени Рафаэль. Он проводит покерные турниры. Ясно, и что? Знаешь его? Да, и что? Звони ему. Быстро. И что я ему скажу? Скажи, что кое-кто хочет с ним встретиться прямо сейчас. А если он меня пошлет? Уговори. Каким это образом? Скажи, я хочу сыграть по-крупному. С чего ты взял, что он поведется на это? Ты уговариваешь девок раздеться перед камерой. Думаю, ты обладаешь даром убеждения. Рокси, подай трубку. Толстозадые не считаются. За каждую толстуху, которую ты сунул, вычитай двух сексуальных красоток. Да. Энди, это Джон. Где Рафаэль? Занят. Позови его, это срочно. Он занят, Джон. Говорю тебе, это срочно. Жди, черт. Раф. Как тебя зовут?
Роксана. Подходящее имя для шлюхи. Я не шлюха, ублюдок. Конечно. И в порнухе снимаешься по любви. Эй, ты, заткнись, наконец. Не смей разговаривать с моей звездой. Что нужно, Джон? Меня тут чувак хочет по-крупному сыграть. И что? Хочет встретиться. Когда? Сейчас. Сейчас не могу, я работаю. Говорит, не может, работает. Где он? Джон? А мне откуда знать? Ладно, проехали. Проехали. Ты. Вали. Завязывала бы ты с этой ерундой, порнуха, не гламур. Пошел ты, придурок. Свободно. А когда мне заплатят? Ты ничего не сделала. Мне деньги нужны. Завтра получишь. Нет, не получишь. Где он живет, знаешь? Нет. Но знаю адрес, где он играет. Живет там же? Нет, не там. Ладно. Говори адрес. Это еще кто? Не знаю. Ответь, вдруг Дон. Слушаю. Это Дон. Позови Рики. Сейчас. Здорово, друг. Слушай, это ищейка только что сидел в моей гостиной. Коп? Рассел? Да. Жрал мои чипсы и вынюхивал про Томми. Ушел несолоно хлебавши. Слушай, ты мне нужен. У меня одна здоровенная проблема. Детка, хорошего рабочего дня. Вряд ли. Ты сказал, у Дона проблема. Мы с Доном все решим. Ладно? Поезжай. Я позвоню. Ладно, уговорил. Вот и умница. Чао. Ну что стряслось? Беллу похитили. Ты не шутишь? Прошлой ночью она со своим парнем играла в покер в паре домов отсюда. Возможно, она все еще там. Поэтому ты просил меня взять вот это? Да. Ладно, идем ее выручать. Нет, останься здесь. Вдруг кто-то за мной пойдет. Никто за тобой не пойдет, потому что я иду с тобой. Хорошо. Зайдем со двора. Погоди, дай мне ключи. Что ты задумал? Монтировку возьму. Это кто такой? Джон. Порно снимает. Роскошно. Мать твою. А это кто такие? Черт. Это ее парень. Себастьян. Судя по всему, здесь-то они ее и взяли. Похоже, они тут играли в покер. Что теперь? Будем блефовать.
Да. Здорово, Раф. Это снова Джон. Чего надо? Тут один парень говорит, что знает, что Белла Риколи у тебя. Что? Говорит, что принес тебе 5 миллионов. Хочет обменяться. Ты что, шутишь? Нет. Где? Линкольн Флетс. Через 2 часа. Что будем делать со старикашкой? С Джоном? Ничего. Пока побудет с нами. Иначе он заложит нас, что денег нет. А денег нет? Нет. Джо Риколи мелкий мошенник. Это что значит? Что нам потребуется оружие. Слушаю. Стиви. Дай сюда, не трогай мой телефон. Овца. Не обзывай меня. Не трогай мои вещи. Да. Чёртовы бабы, да? Не то слово. Что стряслось? Нужно достать пару единиц того, что ты дала мне вчера. У меня больше нет. А у кого есть? У Слейда. Ясно. Да. Слейд, это Дон Кис. Ты сейчас где? А что? Нужен товар. Прямо сейчас? Через час. Срочно, значит, дороже. Договоримся. Что ж, приезжай. Этого хватит? Да. Вполне. Я поеду с тобой. Нет. Оставайтесь у телефона. Федералы еще не сняли наблюдение. Вам придется остаться. Деньги принес? 2 штуки. Выбирай любые 4. Давно тебя не было видно, Дон. Да. Отъезжал по делам. 2 куска? Дороговато за несколько стволов. А ты лишний верни, если не жадный. Что случилось, Дон? С таким количеством оружия люди долго не живут. Ты начал войну? Нет. Нужно кое-кого выручить. Кого, девку? Возможно. И она того стоит? Она не просто девка, ясно? Неужели? Когда я был пацаном, моих родителей убили 2 укурка. Мой старик обвел кого-то вокруг пальца. Она помогла мне пережить это. Выходит, ты ей должен. Можно и так сказать. Рискуешь жизнью ради женщины? Похвально. Очень глупо. Знаешь что? Всю свою жизнь я был ничтожным лузером, безмозглым головорезом, который ни черта в своей жизни не сделал полезного. А эта девчонка? Она все изменила? Она помогла мне. Она по-настоящему тревожилась за меня. Что ж, у каждого неудачника свой звездный час. Слеза, бегущая из глаз судьбы, пролетает сквозь время, никем не замеченная, чтобы упасть в землю и изменить мир. Долго еще? Не очень.
Это правда? Что? То, что ты рассказал Слейду о Белле. Правда. А я понял. Все это время держать ее при себе. У мужика должно быть что-то, что принадлежит только ему. Мы столько дел наворотили, Дон. Многое пережили. Но такое с нами впервые. Сколько их там и сколько у них пушек. Это безумие. Я пойму, если ты захочешь соскочить. Чтоб тебя убили? Ну уж нет. Я же вижу, что это важно для тебя. Мы сделаем это. Знаешь, ведь рядом с ней я чувствую себя идиотом. Когда смотрю на нее, я вижу идеал. Она совершенство. Она настоящая. Сдохну, но в обиду ее не дам. Возьми кейс. Тяжелый, что там? Телефонные справочники. Где девушка? Где бабки? Это кукла! Господи боже! Черт. Где девушка? Не у нас. Что? Мы ее не трогали. Здесь никого. Тогда где она? У кого? Долбаные копы. Они с федералами заодно. Те, что следят за ее отцом? Да. Хотят свести счеты с Риколи. Копы повязали нас за наркоту, грозились посадить. В итоге предложили сделку, мол, мы крадем девку и передаем ее им. Они нам откатывают миллион. Они требовали 5. Знаю. Понятно, зачем вы здесь. Забрать бабло и свалить.
А ее, значит, просто бросили бы. После оплаты выкупа кто должен привести ее обратно? Они. Ну и где она? Я же сказал, не знаю. Мы просто отдали ее копам. Что теперь? Федералы? Белла у них? С ними заодно пара нечестных копов. Они собирались вывести на чистую воду Рафаэля и его чудаков. Ясно. Если я вызываю полицию, сразу же подключаются федералы, потому что это похищение. Есть хочешь? Таким образом, они не только начинают копаться в моей жизни. Нет. Но именно они принесут ее мне на блюдечке с голубой каемочкой. Очень умно. А куда они денут Рафаэля и его головорезов? Завалят. И повесят похищение на них. Но федералы не в курсе, что вы пустышка, поэтому ваша жизнь им не уперлась. Они хотят денег. У тебя когда-нибудь была гетеросексуальная эрекция? Гетеро что? Гетеросексуальная эрекция. Ты понимаешь, что ты не гей, но видишь парня, знаменитость или нет, и думаешь, да, он красавчик. И у тебя вдруг встает. Нет, чувак, на парней у меня не встает. Образно говоря. Образный стояк? Ну, например, на Микки Рурка у тебя не встает. А у тебя что, на Микки Рурка встает? На раз он охрененный. Нет, на мужиков я эрекции не реагирую. И даже на Малькольма Икса или Сидни Поти? Ах да, логика ясна. У темнокожего, значит, должен стоять только на темнокожих. Нет, ну вдруг. Почему не на Ричарда Гира или Ричарда Симмонса? Он симпатичный, смотрится в шортах, у него прическа клевая. Нет, Ричард Гир, Ричард Симмонс, не жоба гомики. Значит, эрекция будет голубая. Значит, гетеросексуальная эрекция бывает только у натуралов? Ну ты тупой. Слушай, ты гей, как те из Горбатой горы. Любишь члены и стояки. Может, пора завязывать с чуваками, эрекциями и просто членами? Сконцентрируйся на работе. Усёк ты? Или нет? Да. Где Белла Риколи? А мы откуда знаем? Где она? Она на старой бумажной фабрике на Робертсон-Роуд. Да. Нас с Лейдманом подстрелили. Они в курсе. Едут к вам. Когда? Сколько их? Тобак, что происходит? Что там? Буди Андерсона и Прайса. К нам едут гости. Готов? Да.
Дерьмо! Черт! Вот гад! Привет. Идем. Уходим. Никуда я не пойду. Кто это? Я Рики. Ты Белла. Да. Ты красавица. Я понимаю, почему Дон любит тебя. Мы завалили их? Думаю, да. Волки позорные. Черти! Это было прекрасно. Самая лучшая смерть. Господи боже, ты в порядке? Я в порядке. Дон ранен.
Его друг убит. Мне очень жаль, Дон. И спасибо. Я вызову врача. Нет, я поехал. Об этом не беспокойся. Нет, эти к вам не вернутся. Когда обнаружат их трупы, все сойдет на нет. Ты выкарабкаешься? Конечно. Я пойду. Скоро увидимся. Скоро увидимся. Потом я приехал сюда. Вот так история, Дон. Но зачем ты мне ее рассказал? Потому что ты бармен. Твоя работа выслушивать сопливые истории неудачников об их никчемных жизнях. С ней это все будет в порядке? Да. Она справится. Значит, все не напрасно.
Выпустите меня! Сукины дети, чертовы ублюдки! Я убью вас обоих! Когда выберусь отсюда, выдавлю глаза и носу ваши пустые головы! Тварюги неумытые! Секундочку, я подытожу. Он вошел, сел и умер, не сказав ни слова. Сначала он заказал выпить. И все? Все. Конец.